Marcus, how are you, bro? Tell them how well, are you? Yeah, I'm good. I feel pretty tired, but good. Yeah. I need to work. Nice, bro. Yeah, I'm preparing the session. The new track of Kisaru. Yeah, nice, bro. Всем привет, пацаны. Вот такая вот студийка домашненькая. Лучше, чем ничего, на самом деле. Я хочу покурить сигаретку, прежде чем записываться вообще. Да. Я знаю, что курить это плохо, ребята, но такова жизнь, блядь. Какова жизнь, пацан? Так медленно передаёт, кстати. Да, зажигалку вот она. Ну что вы мне расскажете, блядь, ребята, нахуй? Расскажите мне что-нибудь. Брат, вот он нахуй. Согласен. Привет, Олежа. Блядь. А, дай и зажигалку, пожалуйста. Нет зажигалки у тебя? Молодец какая. Do you have a lighter? Yeah. Yeah, can you give me one? Please. I'm gonna prepare the coffee. Okay. Что с фараоном? С фараоном ничего, как бы, ну, пацаны. Хватит меня спрашивать про фараона. Я не знаю вообще этого парня, как бы. Но когда я увижу, мне придется с ним пообщаться в любом случае. Потому что он слишком много на себя берет, этот парень, пиздец. Тут, смотрите, все. Как бы. Вот без этого на студию, как бы, нельзя ходить, пацаны. Без этого на студии делать вообще нечего, нахуй, блядь. Всем привет, пацаны из Питера, там кто-то, ну чё там, ай-яй-яй-яй-яй. Блядь. Все, наверное, ждут, да, вот мне только что подсказали, что со мной там происходило. Значит... Происходили такие вещи. 2 года я был в федеральном розыске в России, в Петербурге, потому что меня принял 4-й отдел ФСКН с около килограмма, с чем-то было, но они забрали все себе, потому что, ну, вы же знаете, как у нас русская полиция работает, блядь. И написали, соскочите из страны, потому что непонятно было, условку мне дадут или посадят меня в тюрьму, или еще что-то. Ну, скорее всего, посадили бы в тюрьму. Вот, потому что у меня уже был штраф административный, какая-то такая хуйня была. И все, я приехал в Испанию, и могу вам сказать, что здесь охуительно, мои дорогие друзья. Смотрите. А? Просто, а? Потом, через 2 года, меня подали в Интерпол. Я присел в тюрьму на 3 месяца. На 3.5 месяца, если честно. И сейчас я на свободе и готов делать музыку для вас, мои дорогие ребята. На самом деле, я еще даже не завтракал. Вот что я могу вам сказать. Я хочу очень поесть, выпить кофе, и будет еще трансляция чуть попозже, там, через полчасика где-то я вам включу трансляцию со студии. Лагает, потому что интернет в Испании не лучший, ребята. Иди покушай, бля. У меня мать тебя слушает. Маме привет своей передавай.
И вообще всем родителям тоже огромный привет. Так, ребятки, я всех очень вас люблю. Я включусь где-то через там минуток 20, полчасика, я буду записываться. Всем мир. С Черным Лотосом ничего. С Тендай Трайбом все давно закончено. Такого уже вообще нету и не существует такого состава. Йо, вот посмотри, что они пишут вообще. Такую ахинею, бля. Что-то про фараона пишут, потом пишут, покажи член, понимаешь? Вот что у людей в голове вообще происходит? Что с вами, пацаны? Да это школьники, блядь. Пиздец. В Россию поеду, когда дело закроют. Тогда и поеду. Сейчас пока не вариант, пацаны, вообще не вариант. Альбом выйдет либо в конце июля, либо в начале августа. Клип выйдет в этом месяце. Собственно говоря, вот еще один торчок выйдет до альбома. Клаудный такой. А, и да, пацаны, хотел бы спросить, кто все говорят, там, я клауд-рэпер, там, топ-клауд-рэпер, бля. Я, конечно, все понимаю, но вам пора разобраться больше в музыке, потому что я не топ-клауд-рэпер, как бы, у меня есть всего 2, максимум 3 трека в стиле клауд, как бы, и больше их нету, я делаю разную музыку, разностороннюю, пора давно это понять. Для кого русские МС для меня? Бля, их почти нету на самом деле. Благой, Сонша Алиф. Из старых ребят я люблю Планету 46, Смоки Мо послушать. Крипло там первые работы неплохие, но потом что-то все сдулись, что-то никто не делает, ничего нового, я не понимаю, может они не чувствуют. Потом, кто еще из новых мне нравится? А, вообще, ребята с Украины делают хорошую движуху. Во-первых, In Da Black есть такой парень. Вот, у него есть достойные работы, которые можно послушать. Потом, этот, как его, блядь, Young Block. У Young Block есть один трек «Юность навсегда». Вот, неплохой достаточно трек. Но все остальное творчество я не особо понял, если честно. Оно своеобразное очень. Но один трек мне понравился. Еще у меня новость такая. Я не знаю, как вы отреагируете на нее, но скорее всего будет фит с Янь и Джани. Блядь, с этим пацаном. Вот. С Яниксом, мать вашу, блядь, пиздец, мать его, блядь. Ребята, мне 27 лет, нахуй. Я не выгляжу на 27, но как-то так получилось. Больше курите травы, больше курите травы, и будете выглядеть 27, как на 21, бля, или 22. И не бухайте алкоголь в больших количествах. Бля, с Жаком Энтони пока что-то... Пока только общаемся. Но я его просто очень давно уже знаю, Жака. Ой, Жак такой парень. Как бы... С ним не всегда можно найти общий язык, но когда находишь с ним общий язык, может даже что-то достойное получиться. Вот. Ладно, ребята. С фараоном. Что с фараоном? Почему вы меня спрашиваете постоянно за фараона, блядь? Я его лично даже не знаю. Я примерно понимаю, что это за парень вообще.
Какие у него, бля, мысли в голове по поводу культуры и всего. Ладно, ребята, я буду крутить стилечек. Вот, у меня такой шикарненький, сейчас покажу. Я через Белоруссию бежал. Передаю привет Воткинску. Это город такой, что ли, в России, пиздец. Такие шишечки хорошие. Правда, не от маникюрины, Cartier куш. Такие хорошенькие. Ладно. Что, Байкалу привет. Спроси, они спрашивают, тебя девушка перевозила? Кого считаешь за файловых МЦ? Спай Выборгу привет. Знаешь Янг Трэпа? Янг Трэпа знаю. Знаю Янг Трэпа. И очень мне жалко, нахуй, что с ним произошло. Но я его предупреждал. Я его предупреждал и говорил с ним не раз на эту тему, то, что все его движение скоро закончится. Пиздец. Пиздец. И очень жалко, что пацана посадили на такое количество, блядь, времени в тюрьму. Ему там не сладко сейчас. Владивосток, Москита. Блядь, пиздец. Из ОУ-74 знаю только Казина, блядь, потом Пастора. Не всех их знаю. Блядь, просто Рафу из Баку, блядь, что за треки сады были. Блядь, бать, вы тут просто поносите, нахуй. Мне никто не нужен. Я в шоке, ребята. Один грилзы, блядь. 30-го суту трэпа. ATL не вообще мимо. ATL мимо, пацаны, мимо, нахуй. Вообще мимо. Это рэпер такой есть, и тело. Молодец. Не, слава богу. Когда Сонши будет трек? Сонши будет трек. На альбоме будет фит. На альбоме будет фит и с Благим, и с Сонши, много с кем. Костя Кабанов, да, лучший друг, да, все верно. Костя Кабанов, Русик и Роман Бурля. Вот эти типы, как бы, это мои братья. Какой любимый сорт? У меня один из любимых сортов — это Чкалоп. Чкалоп, потом Саур Дизель и всякие кушики разные. Угу. СТ или Окси, что? Гетто Джордж. Гетто Джордж... Тоже мой очень близкий друг. Вообще, у меня друзей мало, на самом деле. Но они есть. It smells good, bro. Скриптонита не понимаю творчество. Мне нравится, кстати. Мне понравилось, как он поет. Ну, типа, вообще нормальный голос есть. Да? Я не... Я просто не слежу особо за творчеством других ребят. Телкам нравится скриптонит, да? Мне правильно? Внешне, я угадал. Внешне. Да, я уже понял, то что не, он. Чтобы они, блядь, не подумали, сейчас скажут, блядь, вот он такой красавчик, тёлка, просто потому что он ничего такой типа. Просто нравится. Так, пес, как относишься к Ян Раша? Ян Раша, не хочу говорить, да, на эту тему, реально, да. Ты дашь пизды фараону там. Как относишься к Dope Club? Бля, приезжаю в Бурятию, Олег, с кем-то. Да, я до сих пор общаюсь. Стенда я ни с кем не общаюсь, кроме Райс, такой там был парень.
Райс. И с Гарди иногда переписываюсь с Максимом. Но это редко бывает. Он чемпионат Европы. Я ненавижу футбол, ребята, вам нужно знать это. Я не люблю футбол, я не трачу время на просмотр матчей. Что, покажи траву, вы чё, пацаны, блядь, травы не видели? Вот травка, вот она лежит тут. Тут ещё вот такой мешочек. Они хотят посмотреть, они красивые, ребята. Какие они красивые. Передай привет Алине Копыриной. Передаю привет Алине Копыриной. Ты вырежешь это видео, блядь, и поставь в Инстаграм себе, и скажешь, ебать меня, я Кизару привет передам. Думаешь, так будет? Ну, типа, сохраняют, там, ютуб как выкладывают. Мать его, бля, ну все, я попал нахуй. На скейте катаюсь очень давно. С детства, наверное, с 13-12 лет. Но я завязывал, и долго меня в скейтборде не было. Я занимался баскетболом, стритболом. Вот. Покажи траву, блядь. Блядь, мне нужна зажигалка. Я хочу покурить сигаретку. Хочешь, скрути сама, мне. Ладно, все, пацаны, бля, я заебался, блядь, от этой трансляции. Я попозже могу, наверное, сделать трансляцию. Плохо от травы. Вообще, я сегодня ещё листала, мне так хуёво было. И утром, и вчера вечером просто курила. Это то же самое? Это она? Это эта трава? Олег, что? Это она? Это Картье Кушника. Упс. А там другая трава. Передаю, блядь, Рафу, нахуй, из Баку привет, пацаны. Вообще, я хуею, с вас отвечаю. Кричу вообще, блядь. Попозже запускал. Пробовал на свай. Не, ребята, я не курю такие вещи. Простите. А, это... Какашки курим. Не, на свай я даже не особо знаком с такими штуками. Что-то там под язык кидаешь, я хуй знаю. Мы тебя любим. Я тоже вас всех люблю, ребята, очень сильно, бля. Вы даже не представляете. Suicide Boys ебут, делают вещи, но не все треки у меня их нравятся далеко. Передай на Олегу, надо передай привет всем. Я не успеваю, пиздец, бля. Да, спрашиваю вопросы, пацаны, конечно, у вас тысячные, миллионные вопросы. Я выключил перископ.